Здравствуйте, вы на моем канале Эльбина. Сегодня готовлю яблочный пирог. Берем 4 яйца. Щепотку соли. И взбиваем. И 20 грамм сахара постепенно добавляем. Миллилитров молока. Масло растительное 90 миллилитров. И продолжаем взбивать. Муки 220 грамм и разрыхлитель 16 грамм. Соединяю с мукой. Потом цедра лимона или свежего лимона, или как у меня. Цедра лимона. Просеиваю во взбитые яйца. На слабых оборотах размешала до однородности, чтобы не было комочков. Берем вот такую форму и промазываем масло. Эта форма у меня 26 на 40 сантиметров. Насыпать муку. Новый шкаф включаем на 175 градусов, чтобы разогрелось. Теперь 1/3 теста выливаем в эту форму. Распределим по всей форме. Ставим в разогретую духовку на 10-15 минут. 3 яблока очистим, мелко порежем. Бисквит выпекается. Я подготовила яблоки, я их почистила
3 яблока. Мелко порезала, очистила от внутренности и кожуры. Теперь я добавляю вот такой вот натрон. Я его добавляю в яблоки. Хорошо размешиваю. У меня абрикосовое повидло, оно у меня было с фруктами, с кусочками. Я его пробила блендером, чтобы у нас получилось как мармелад. Прошло 15 минут, вот такой получился. Я поверхность помажу этим мармеладом, равномерно размажу. Запах такой, очень хороший запах идет. Прикусами пахнет. И равномерно разложим яблоки. Покрыли весь кухонный слоем яблок. И теперь остатками теста распределим хорошо на поверхности. Равномерно. Тесто распределила по всему пирогу. Ставлю в духовку 175 градусов на 20-25 минут. Через 20 минут так выглядит мармелад и пол ложки столовой водички. Теперь смажем поверхность. Дадим ему остыть. И затем сахарной пудрой посыпем сверху. До новых встреч на моем канале в YouTube. Эльбина.